Питер Лэнд. Автор сценария Майкл Кэссел. Режиссер Рик Фридберг. Дженнис, тебе не приходило в голову, что для двух привлекательных женщин вроде нас в выходные найдется занятие получше походов по распродажам старья? С тех пор, как ты развелась, мы уже все барахолки в окрестностях Сан-Франциско обегали. Долго еще будет продолжаться этот твой период шизофренической активности? Сама велела мне почаще бывать на людях. Бывать на людях значит ходить в ресторан, в кино с мужчиной. Давай не будем вилять вокруг да около. Откровенность за откровенность. Что доставляет тебе более полное удовлетворение? Секс с Ларри или рутинная работа в своей галерее? Любопытное сравнение. Это еще что за ерунда? Потри меня, и твое желание исполнится. И что ты на это скажешь? Погоди, тут еще что-то. Что? С определенными ограничениями. А вдруг это волшебная лампа Джина? Три, давай, чего ты ждешь? Мэри Эллен, моя жизнь кажется тебе такой пустой. Она настолько видна чувствами, что мне надо удовольствие ради тереть какую-то дурацкую подержанную лампу. Правильно. Что теряться-то? Здравствуйте, вы должно быть Дженнис Хэм? Да, это я. А вы откуда знаете? Вы потерли лампу? Yes. Правильно? Да, конечно. Я себе это по-другому представляла. Совсем по-другому. Все так говорят. Да что вы. Да? А мое желание правда исполнится? Разумеется. И не одно, а целых три. Наша компания имеет солидный опыт работы на рынке исполнительских услуг. Да, я вам верю. Ладно. Во-первых, я хочу 10 миллионов долларов. Желание первое. Денежное пособие. Весьма практичный выбор. Во-вторых, хочу выглядеть на 10 лет моложе своего возраста. Желание второе. Индивидуальная реставрация. И в-третьих, хочу, чтобы у моего бывшего мужа появилось умеренное половое расстройство. Долгосрочное или краткосрочное? Лучше краткосрочное. Скажем, на полтора года. Желание третье. Исключительное. Осталось уладить небольшие формальности. Какие? Мы вас обязаны проинформировать об опасностях при исполнении желаний. Каких опасностях? У вас три желания. Первое исполняется великолепно. Второе проходит не так гладко, придется изыскивать дополнительные ресурсы, а за счет третьего желания могут самоуничтожиться первые два. Окей, ясно. Спасибо за информацию. Подписать здесь? Мистер Брент, мне надо с вами поговорить. Когда освободитесь? Да, мистер Уиллоби. Всего минуту, сэр. Что-нибудь случилось, сэр? Можно сказать и так. Желание Джемисона. Мистер Брент, что-то не так? Я не виноват. Произошла ошибка. С ним такое могло случиться даже... Нет. Все в полном порядке. Вот ваша анкета на предоставление пособия. Нам нужен номер вашего банковского счета, чтобы перевести деньги, и номер карточки социального страхования для взимания налогов. Я должна с этого платить налоги? К сожалению, таково обязательное условие.
Да, чуть не забыл. Вот вам телефон нашего консультанта. Он поможет, если что. Хорошо. Теперь я могу получить свои желания? Конечно. Вам осталось только подойти вон туда, к окошку выдачи, и встать в очередь. Что вы себе позволяете, мистер Брент? Дел много. В кои-то веки вы закончили первую часть нашего договора. И после этого я узнаю, что Джемисон нажил состояние на незаконных сделках с недвижимостью. Следующий. У вас нет 604-й формы. А какая из них 604-я? Та, которой у вас нет. Не сочтите за личное оскорбление, но где я могу взять эту 604-ю форму? У вашего брокера. Брента? Откуда я знаю, кто ваш брокер? Следующий. Вы уволены. Случилось с мистером Брентом. Мне очень жаль. Боюсь, что мистера Брента больше нет. Он у вас не работает. Мистера больше. Брента больше нет. Но, может быть, я могу вам чем-нибудь помочь? О, рабочий день кончился. Ну, ничего, завтра приходите, разберемся. Но вы не понимаете. Постойте, куда же вы? Нет, погодите, не исчезайте. Лучше б я сразу прошла мимо этой чертовой лампы. Minute for minute, thrill for thrill, which has given you the most consistently rewarding moments? Sex with Larry or dollar days at the Galleria? Interesting point. Пошли отсюда. Мне уже до смерти надоели эти барахолки. Наконец-то!